Сергей Волков работал геологом. Производство травмоопасное. В 2008 году мужчина, совершая рабочую поездку, попал в ДТП. На восстановление потребовалось много времени. Сегодня Сергей Николаевич в рамках программы помощи пострадавшим на производстве получает своего третьего железного коня. Машина есть машина. Что тут можно сказать? Конечно же, люди, которые потеряли конечности, для них машина – это все. Съездить на огород, на дачу или еще куда-нибудь. На дачу нужно приехать, привезти вещи обратно. Сезон закончился, увезти вещи. Машина нужна. Право на обеспечение автомобилем у этой категории граждан прописано в индивидуальной программе реабилитации. Машины приобретаются социальным фондом за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. У каждой машины индивидуальный механизм управления в зависимости от травмы, полученной владельцем. Срок эксплуатации 7 лет. Кстати, за это время социальный фонд помогает в обслуживании авто. Социальный фонд ежеквартально перечисляет средства на горюче-смазочные материалы, текущий ремонт, а также единоразово оплачивает капитальный ремонт автомобиля. Они, соответственно, приспособлены все для того, чтобы передвигались люди с теми или иными ограничениями жизнедеятельности. Ну, чаще всего это или травмы спинного мозга, полученные на производстве, или какие-то травмы нижних конечностей. Но реально это рассматривается именно как средство реабилитации. Для того, чтобы человек мог вести более активный образ жизни, возможно, трудиться или совершать какие-то для него необходимые поездки. С 2000 года, включая этот год, в Тамбовской области людям с инвалидностью было выдано 336 специализированных автомобилей. Большая часть из них по замене. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Данил Лычко, «Область новостей».